В древней крепости Нарын-Кала в Дербенте состоялись соревнования «Вертикальный вызов среди пожарных Дагестана», посвященные памяти героя Российской Федерации Евгения Зиничева. Участники соревновались в скоростном подъеме. Целью мероприятия стало продвижение физической культуры и спорта, укрепление здоровья и психологической подготовки сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях. 23 представителя МЧС России, облаченные в полное боевое снаряжение весом 20 кг, преодолели 214 ступеней крутой вертикальной лестницы, сражаясь с усталостью и временем. По итогам испытания самые стойкие заняли призовые места. Первое место – Салим Гаджиев, пожарный СП-СЧ. Второе – Алириза Рамазанов, пожарный 13-й ПСЧ. А третье место – Дауд Даудов, пожарный 19-й ПСЧ. Победителю и призерам вручили медали, почетные грамоты и ценные призы. Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Сабир Махмудов, все участники продемонстрировали высокую борьбу и отличную подготовку. Для пожарных важно поддерживать физическую и профессиональную готовность, и управление продолжит развиваться в этом направлении.